Меня зовут Хулькар Исамова, я из города Ош. Я более 20 лет проработала журналистом, но на сегодняшний день я являюсь депутатом городского кенеша. Став депутатом, я очень бы хотела бы принести больше пользы народу. Почему? Потому что, будучи журналистом, очень часто сталкиваешься с проблемами. Ты знаешь о проблемах, ты говоришь о них, но ты не принимаешь какого-либо участия в решении этой проблемы. Ты только говоришь, объявляешь, ты доносишь. Ты как мост между народом и властью говоришь об этом. А на сегодняшний день я знаю, что я смогу в городском кенеше лоббировать какие-либо позиции, смогу участвовать в принятии решений того или иного вопроса. И я хотела попробовать себя в новом поприще. Что даст мне этот тренинг? Наверное, новые знакомства, новые мнения. Я бы очень бы хотела бы узнать у коллег-женщин, я видела очень много депутатов среди участниц, чем они занимаются, как они работают. А Жогорку кенеши я пока не планирую. Я считаю, что я в городе за 4 года должна выполнить очень много, наверное, поставленных перед собой задач, а на следующий срок, наверное, я подумаю.